Я скоро вернусь. Куда я пошел ночью? Прощаться с нашей сковородочкой за 15 тысяч. Когда-то 5 лет назад я ее с гордостью приобрел. И столько на ней всего пережарил, столько людей накормил. Да, к сожалению, через 3 года она уже ссучилась. Но почему-то мы никак не могли купить новую. Просто зашли в какой-то совершенно обычный там, блядь, хозяйственный магазин, и первую попавшую сковородку схватили за 1,5, там, по-моему, около 2000. Работает охуительно. Она это вообще, ну, только тушить можно было. Но она была знатная сковородочка. Теперь ее место на том самом месте, где очнулся доктор Во после долгого полета с того света. Спокойной ночи. Да, совсем забыл вам показать новую сковородку. Чем еще в жизни заниматься в этой странной психоделической жизни, как не делиться всякой хуйней, делиться всякими мелкими радостями. Ну, пока почти то же самое. И неважно, сколько ты философствуешь в этой жизни, сколько ты серьезных вещей в своей голове прокручиваешь, как через центрифугу. Однажды центрифуга просто устает, ей хочется обычных вещей, поговорить или подумать о каких-то совершенно простых штуках, таких как сковородка или вот этот добрый напиток, который я выпью сейчас перед сном и увижу удивительнейшие сны. Да, это та самая сома. Вкус которой уже подобен, не знаю, волшебству. Каждый раз, когда ты делаешь глоток сомы и вспоминаешь, как бы твое тело вспоминает те волшебные состояния, которыми она одаривает ваш организм. Этот глоток подобно, не знаю, живой воде. Вкус сумасшедший. Как будто ты жизнь пьешь. Так что подумайте об этом перед тем, как сожрать сухие, от которых вас просто вырвет или будет тошнить. И преодолеть это очень сложно. Не занимайтесь ерундой, а готовьте. Что сказала, у меня упала? У вас упала. Где? Там. Все, что могло упасть, оно упало уже там в туалете. Ты чего? А это про последнюю каплю? Да. Да ладно, придумывай. Ты просто пошутила. Да. Сейчас приду к тебе. Что ты делаешь? Смягчат падение этого гриба в ваш желудок. Что вам еще сказать? Посмотрели мы «Террор». Очень интересный сериал. Хотя и мотал местами там много всякой хуйни. Но так было над чем задуматься. Я сразу после этого сериала побежал убираться на кухне почему-то. Не знаю. Это, наверное, какая связь? Эскимосы тебя... Ну да. Эскимосы произвели впечатление. Ну, эскимоска. Конечно. Чего мы сожрали? Все мандарины сожрали. Ты что, тебе приснилось что-то? Что мы что-то ждем? Да. Сожрали салат, сегодня приготовили рис, курицу. Мы не все сожрали, в холодильнике лежит. Ты последняя доела, между прочим. Нет, она съела. Я шучу. Она просто его ела. Кстати, ты бы хорошо смотрелась в этом фильме в «Терроре» про эскимоски. Ла-ла-ла. Да.
вообще идеальный эскимос каплавы, да? Расизм. Татарка, я татарка, не скажу.